Болтрак, например, практически. Борис не Никита. Стоп. Замечательно, спортсмены страстны. Запись на счет не берется. Удары ниже пояса запрещены. Один ноль впереди красный. Сам Никита начинает. Бал красный. Активный синий. Сам работай. Отвечай, Никита. Борис. Четыре один. Держи, держи его, Никита. Вот, вот, держи, держи. Семь один. Дергай, Никита, дергай. Бал 7. 7-2. Минуту до конца поединка. 7-2. Первое предупреждение спортсмена в красном за нарушение правил. Бал 7. Никита. Два балла. Вот, души, души, давай, давай, Никита. Души. Души. Души, давай. В этом поединке за 2 минуты 27 секунд чистую победу оглушающий прием. Спортсмен синий на середине. Одержал спортсмен в красном. На ковре Быковский Никита, уже Никит Клим. Приготовятся Каслин Глеб и Ложков Дмитрий. Борис. Замечание бойцу с синим поясом за запрещенные действия, за удар колена. Первым начинай, Никита.
Сейчас Никит его. Первый начинай, Никит. Ну. А что ты делаешь? Работай руками, Никит. Давай, давай, Никит, работай. Вот, вот. Один балл бойцу с красным поясом. Первое техническое действие. Первый начинай, Никит. Первый. Первый начинай, Никит. Руками работай, Никит. Встречай его. Давай, Никит, работай. Ударил, вышел, Никит. Работаю. Вот, вот. Один балл бойцу с красным поясом. Встречаю, встречаю, Никит. Нужно сюда. Вот. Активность бойцов с синим поясом. Так, и что, где работа, Никит? Минута до конца поединка. Давай, давай, Никит, взорвись, Никит. Счет поединка 2-0. Вот, один балл бойцу с синим поясом. Держи его. Один балл бойцу с красным поясом. Держи, держи, держи. Уходи содержать. Держи, Никит, держи его. Уходи содержать. Пять секунд. Через мост уходи. Уходи через мост. 10 секунд. Держи, держи, Никит, держи его. Держи его. 15 секунд. Пошел, болячка. Давай, давай. Стоп. Во время 2 минуты 46 секунд схватку болевым приемом выиграл боец с красным поясом. Руками работай, Никит, руками. Встречаю. Бал красный, первый финишный. Бал красный, бал красный. Стоп, спортсмен не сидит. Крутой парень. Спортсмен на сиденье. В этом поединке я на преимущество победы одержал Маховский Никита и стал победителем нашего соревнования.